Добрый день, друзья! Сегодня у нас 19 января 2023 года. Город Воронеж. И небольшой сюжет про погоду. С утра идет дождь. Утром вообще ледяной шел. Ветки до сих пор еще не оттаяли. Коркой льда покрыты. Под ногами довольно скользко. Сейчас плюс 3. Вот так вот выглядит все вокруг. Корка льда покрыта. Вот такая погода в Воронеже. Мокро, скользко, пасмурно. Долго выбирал момент, когда дождь прекратится, в магазин сбегать. Выходил, дождя не было. Сейчас вовсю опять идет. На этом я заканчиваю. Снимать особо нечего. Кругом мокро, скользко. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии, ставьте оценки. До скорых встреч.